Оль, ну я хочу сказать о том, что вот оно, обещанное готовое решение для вашего интерьера. Это покрывало винтажные цветы. Только два акцента, и вы полностью преобразите свой дом. Оля, посмотри на эту красоту, на это сияние. Ну а главное, что в нашем покрывале собраны еще все модные тенденции нового года. Как преобразить свой интерьер двумя акцентами, мы сейчас с вами узнаем. Покрывало винтажные цветы, знакомьтесь. 1199 рублей. Катюш, ну мне очень нравятся переливы, я не могу от них оторваться. Расскажи, пожалуйста, что это за ткань такая? Оль, это у нас декоративный шелк. Ну знаешь, я хочу обратить твое внимание сейчас на цветовую гамму, которая на нашем покрывале. Ага. Ведь именно этот бежевый оттенок, он входит в десятку самых модных цветов нового сезона. То есть, да, мы будем наполнять интерьер не только богатством красок, не только роскошью ткани, но и модными тенденциями. Но сейчас я с удовольствием, конечно, поговорю о сиянии нашего декоративного шелка, который на самом деле сияет, блестит и, ну, просто поражает, наверное, абсолютно всех. Да, такой блеск, во, прямо сейчас вот такая волна блеска. Слушай, мне еще нравится, что здесь такой ненавязчивый принт. Вроде бы не скучный, не однотонный, да? Но вот эти цветы, они, не знаешь, не являются ярким таким, как бельмо на глазу, а вот таким спокойным, вот очень интеллигентным таким принтом. Да, правда? Я с тобой соглашусь. Это, знаешь, такая классическая роскошь. Я называю так такие дизайны, потому что все очень гармонично, все очень лаконично, не кричаще, но с акцентом, да. Что очень важно. Я очень люблю такие предложения, я очень люблю такие изделия. Уже действительно видно, что дизайнер постарался, дизайнер позаботился о том, чтобы интерьер был просто как конфетка. Ну, а, между прочим, Екатерина Архипенко тоже позаботилась о вас и услышала вас, и заказала для вас только большие размеры. Если именно вы звонили и заказывали большой размер нашего покрывала винтажные цветы, получайте у нас два больших огромных размера. Евро 200 на 220 и евро плюс. А мы какую держим? Мы держим, Оля, евро плюс. Это 230 на 250. Я бы хотела, Оля, дать рекомендации по размерам. Так. Если ваша кровать 90 на 200, я рекомендую взять евро размер. А если ваша кровать 140 на 200, 160 на 200 и 180 на 200, приобретаем евро макси. Оль, объясняй, почему рекомендация именно такова по размерам. Тогда кровать будет действительно поистине богата. Она будет красиво укрыта, и борта будут укрыты, все будет свисать по-королевски. Здорово, давай вот сейчас вот попробуем мысочки встать, чтобы показать вот весь размер нашего покрывала. Невозможно. Посмотрите. Давайте сейчас внимательно посмотрим на ваше покрывало. Может быть, уже пора позвоните нам и заказать новое, огромное, шикарное, вольготное. Оль, ну ты знаешь, в магазинах на самом деле такой размер найти не просто так. Я говорю сейчас про евро плюс. Это 230 на 250, но по такой цене и тем более, Оль, не найдешь. Ну, давай с тобой вернемся к нашему покрывалу. Посмотри, какая здесь стежка. Скажи, я не помню, у тебя есть домашние животные? Нет, у меня... Вот сейчас приехал кот с моей свекрови. Так. Они ежегодно к нам наведываются. Замечательно, вот знаешь... Нет, у нас кот воспитанный, он никогда когти не делит. Ну вот для тех, знаешь, у кого невоспитанные коты и детки очень любят, допустим, машинки катать на покрывале, вот эта вот стежка, она будет на самом деле, Оль, уникальна. Потому что стежка есть, да, наша покрывала становится такой богатая, рельефная, объемная. А ниток ведь у этой стежки нет, Оль, потому что это ультрастеп. Все слои скрепляются у нас исключительно ультразвуком, поэтому зацепить такую стежку невозможно. Здорово! Слушай, ультрастеп! Вы когда-нибудь слышали такое название? А это значит ни одной, ни единой ниточки. Вспомните. Вспомните, Кать, вот раньше не было ультрастепа, была стежка только ниточная, и когда она выходила из строя, вот она выдавала уже то, что товар вышел из срока года. Я с тобой согласна. Буквально одна ниточка распускается, и сразу все ползет, все покрывало. Но с покрывалом видно. Винтажные цветы, такого не произойдет. Ведь это технология ультрастеп, это декоративный шелк, это сияние и богатство шелка. Знаешь, Оль, ранее шелковые вещи могли позволить себе исключительно императоры, цари. Но теперь с телеканалом Шоп-н-Шоу это доступно в каждый дом. Наполняйте свой дом роскошью шелка. Заказывайте императорское покрывало, винтажные цветы. Не только для себя, но и в подарок. Ты знаешь, вот тут вот прям вот такой подарок.
подарочный королевский размер у нас представлен. Мне очень нравится, что большие размеры мы для вашего внимания подобрали на телеканале Shop & Show. Если вы любите большие размеры покрывала, звоните, заказывайте, потому что цена у нас, ну, супер достойная. Я еще напоследок хочу спросить у Катеньки. Катюш, вроде бы материал такой скользящий, такой, да, вот скользкий, но почему-то не скользит наше покрывало на нашем диване, на нашей кровати. Почему? Оль, не скользит, потому что внутри у нас микрофибра. Микрофибра ведь является аналогом хлопка, она очень нежная, но очень мягкая, и поэтому покрывало будет статично лежать как на кровати, так и на диване, конечно.